Бобруйск – одна из знаменитых точек на спортивной карте Беларуси. 153 наших земляка входят в списочный состав национальных сборных по десяткам видам спорта. На главных стартах прошедшего года вторых европейских игр бобруйчане положили в копилку страны 5 медалей различного достоинства. И завоевали столько же лицензий, но только уже на главное спортивное событие четырехлетия – Олимпийские игры в Токио. Бокс, легкая атлетика, гребля, дзюдо, самбо, плавание, футбол. Наш город знает вкус побед. Без серьезной финансовой поддержки в спорте не бывает высоких результатов. Руководство нашего города точно знает, сколько стоит победа, как в материальной составляющей, так и физической. Благодарю спортсменов и тренеров за мужество и целеустремленность, высокое профессиональное мастерство. Мы гордимся вами. Ваши победы – достояние нашего города, нашей страны. Достойный пример для подрастающего поколения бобруйчан. Но все-таки стоит вернуться к главным виновникам торжества. Вот она, десятка лучших спортсменов Бобруйска по итогам 2019 года. В их числе Ирина Курочкина, Игорь Боки, Нина Савина, Алина Максимова, Надежда Макарченко, Максим Петров, Виталий Осецкий, Андрей Казусенок, Дарья Наумова и Александр Родионов. В честь победителей – песни, грамоты, награды и признание болельщиков. И сразу же после официальной части мы отправились, так сказать, за комментариями из первых уст. Ведь интересно, какие эмоции испытывают чемпионы. Хотелось бы поблагодарить всех, весь Бобруйск, весь город, который за нас всегда переживает, болеет. Я очень горжусь тем, что наши руководители и руководство сделали такую десятку, такое событие для спортсменов. Каждый год они собираются. Я очень благодарна, что я присутствовала здесь, и мне очень все понравилось. Я очень горда за то, что меня выбрали в десятку лучших спортсменов, тем более, что это проходит ежегодно, и к этому нужно прийти, не просто так, поэтому я очень счастлива и благодарна за это. Юбилейная 20-я церемония награждения десятки лучших спортсменов Бобруйска завершилась. А это значит, новый спортивный год для наших атлетов стартовал. И надеемся, что он станет еще более успешным, чем предыдущий. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск 360.